Всем привет, друзья! Сегодня мы копаем с подписчиком. Покажи подписчиком. В смысле копаем, кидаем? Да, да, кидаем магнит на 400 килограмм. Вот такой магнит. Да, так что перед началом. Вот река, вот мост. Покажи, все сверху. Подписчикам покажи. Вот ребята отдыхают. Кайфует парень. Вот подписчики приехали. Вы откуда, пацаны, с Москвы? Ну, они с Оренбурга. Сейчас распутаем веревку, будем делать с вами первый запрос. Что же будет? Что же будет, да. Самое главное, распутать ее. Наход кабанчик. Завяжем за ногу, чтобы не улетело. Сейчас вместе с тобой улетит. Да, я швырну, сейчас как улетишь, блядь. Не надо. Это просто кайф. Тяжелый. Попробуй подыми. Ну, тяжелый. Давайте кидай. Пошла. Первый заброс. Это техника вытаскивания. Мне просто интересно, что расстанется. Да ничего, конечно. Может, вам этот камень даст? Вот на него встанете, удобно. Вот дальше как кидать. Это рыба. Опа-на, опа-на. Первая находка. Окупаем магнит. За 10 тысяч почти. Я который брал за 3000. Так, куда ложим находочку? Такие вот кабанчиков мы нашли. Вот это получается что? Смотрите, бизнес. Ну, неплохо. Второй запрос. А, я покупал. Кабанчик там, да? Вот это железка около камня, но он не цепляется. Я зацепили бы. Ебать, я сейчас сдох. Могу дальше кинуть. Надо вот так, с этого, сбоку. Давайте вам, пацаны, вам с моста лучше. У нас он на дно не ложился, вас на дно будет. Такое лицо, как будто кабанчик наш. Знаешь, как тяжело. С моста кидать. Да, прям залазите через борт, просто держитесь и прямо так опускайте. Как туда залезть? Там как раз на мостом все деньги. Если кидает ближе к середине. Что-то есть, да? Есть, есть бизнес. 2 рубля. 3 рубля. Бензина купили. Смотри, что получается, он лучше ищет, ты сколько кидаешь, да? Очередной заброс. Уже опыт. Что-то есть. Если хотите, я вам могу прямо отсюда. Люди гуляют, отдыхают, а мы делаем бабки. Умеете? Беспонтовые. Инвестировать свое время. Это будет самый смешной ролик. Опять что-то есть, клянусь. Есть? Опять деньги. Че, это двойка? 1 рубль. 4 рубля. Как ты их отлепляешь? Смотри, каждый заброс что-то есть почти. Подписчики вроде на опыте, но вроде нет. С Москвы приехали. Отойди-ка. Сейчас попробую далеко.
Нихуя он кидает. Пошла. А что ты в одно и то же место кидаешь? Мы сейчас туда немножко пройдем. О, блядь, мужика. Подписчик. Подписчику закинуть. Смотри, там что-то такое. Цепляется, оно отпускает. Это обнон. Но же волнистое, получается. Я вроде бы что-то взял. Дай, давай крупноплановый. Давай, давай. Ну, там ничего не видно, конечно. Да, что-то есть. Дай клян. Клян даешь? Нет. Может, это... Бля, я думаю, рыба. Ты говорил, что-то есть? Гвоздь. И еще деньги. Нирана старая такая. Ты можешь, блядь, копейка какая-нибудь Ивана Николая? Ивана Николая. Нет, на ржавый рубль. Где гвоздь? О, а, это не гвоздь, вообще арматура какая-то. Арматура? Это уже металл пошел. Реальные деньги. Не, вообще, думаю, ничего не будет. Как думаете, вот эту дернуть, блядь, закинуть вот за этот пруд и дернуть его? Это мы в эту лавку. Натуре? Я кинул, она полетела. Очередной заброс. Ну, кажется, заброс что-то есть. Я в шоке вообще-то. А ну, цепани эту пробку. Как он ее зацепит? Пробка, а не макинули. Нет, ну на расстоянии. Это лов. Это все пробки, которые мы снимали. Что, тебе нравится пока что? Интересно, интересно. Ну, хочется что-то такое. Кабанчика? Больше, сосисочку? Да. Сейчас будет сосисочка. Сейчас электродвигатель мы найдем. Еп. Yep. Yeah, buddy. Ну, такой слабенький заброс. Ну, ничего, сейчас натаскаем этого молодого. Покажите их подписчикам. Это наши поклонницы. Они вам машут. Так ты все деньги не забудь забрать. Хорошо. Куда я с ними пойду? В эскорт? Что-то хорошее, походу. Не знаю, посмотрим. 5000 монетами есть? Есть. А 5 деньги, блядь. Я в шоке с него. 5 рублей. Они что, раскидываются деньгами, что ли? Бабки есть у нас. Надержи. Куда пойдем? Подписчицы куда отходят идти. Надержи. Очередная находка. Ты, наверное, в карман кладешь. А где? Куда? Вон там в кучу. На камень клади, чего. Вон там, а, вон нашел. Че, сколько? Ну, каждый заброс он по рублю вытаскивает, блядь, стабильно. Я вообще думал, вообще ничего не будет. Нет, тут деньги есть. Там челик, говорит, на одного моста продает 4-й айфон. Монет там потерял. Да, мы сейчас можем айфон с тобой достать. Да, блядь. 12 Pro Max? Что ты купил? Да дно! А? Ну, понятное дело. Подписчики у нас на опыте, они разбирают айфоны. Нет, просто не первый день их кидают. Попадет такой мощный магнит, он вообще к вам конструкции, там внутри просто ломает. Ну, конечно. Маленькие торговцы, они просто... Смотри, мы можем вот так ходить с тобой. И что, и так в карманы, да? И ну, каждый день будем с тобой по 15 рублей, по 20 собирать. И чё, блядь, даже на проекте не ходит. Молодой, как выглядит молодой предприниматель? Зато я предприниматель. Вот, чтобы такими не быть, покупайте магнит и кидайте его. Он мог это время кидать. Я бы заработал. Хотя 15 рублей заработал. Не лёгко это делать. Что скажет? Фух, я устал. Полчаса копаю, я устал. Как вам сегодняшний оператор? Санечка, снимаешь? Нет, нет, на себя. А, вот, ассалам, малейкум. Пацаны рыбачат. Что, есть, есть бабки? Опа. О, и смотри. Карта гостя. Металлическая? Пивзавод. Абонемент. На, держи. Но это не пробка, правильно я понимаю? Это абонемент, да. Она тяжелая, блядь. Пивзавод нашли, пацаны. 10 рублей. Это уже крупняк пошел. Да. Уже начинаем бензин отбивать. Инчкачка. Что?
Подписчиц. Он хотел поймать подписчиц. За сережки, да? Да и вы опыты, подписчики, уже московские. Даже эти индусы приехали. Ассалам алейкум. Там, блин, взрослые люди. По-любому еще что-то будет. Уже я чувствую, что что-то есть. Не чисто. Ладно, ничего страшного. Дай я кину, поснимай, оператор. Сейчас давай последний раз кину хороший. Давай. Только хороший, это не значит, что у того подписчика. Не, он тебе не нужен, Вадим, он не металлический. Уверенный заброс. Вот уже сейчас сильный заброс был. Рыба глушится, конечно же. Смотри, если большая щука поплывет, она же заглотит. А, если у нее блесна будет во рту. Сплю же. Зато он предприниматель. Что делаешь, блядь? Нахуй, блядь. Пацаны, тихо-тихо, пацаны. Вы конкуренцию нам создаете здесь. Аккуратнее тут. Угораем, что, нормально. Что-то есть. Серьезно? Че, ничего? Не. На туда ближе. Дай я кину. Перчатку надо, нет? Нет, я сейчас так ебану. А, мокрая покрасится. А что, она сухая? А? Она сухая, ну, рука? Смотри, какая мокрая. Влажная? Влажная. Бля, тяжело. Айфон наш не выкинул? В карман. То придется, блядь, доставать эти магниты. Это обязательно снимать? Да. Снимашка. Блядь, не упал, это был бы смешной момент. Сейчас ваш Вадим полетел и улетит. Давай аккуратно, да, чтобы я не улетел. Тащи ее. Рыба глушится. Я чувствую, что-то есть. Он щука, походу, зацепил. Ну, я говорю, там какая-то арматура проходит на дне. Что там, деньги будут? Че, узнаю, портовый едет. Давай туда кидай к пацанам, проводочек. Или поближе это подойдем. Размахивайся прям хорошо, только меня не попади. Людям зато есть на что смотреть, да? Угу. Смотрят, как молодые люди зарабатывают. А что там будет у меня на сегодня? Что, блядь, в один фартовик, походу. Кабанчик, блядь, не зря ищет. Давай туда, туда ближе к мосту еще. Чё ты за это? А, я наступил. Ну, я рано сейчас перекинусь. Руку, руку можешь. Давай, давай. Мощно. Смотрите, какие руки базуки. Что-то есть. Мощь. Нет, серьезно, нету. Да почему? Тебе не везет. Давай еще раз. Пошла. Иди на всю другую. Смотри, почти на всю. Ага. В смысле, ага, сними подписчиков, чтобы они знали, кто здесь. Отец. Примерно 15 метров. Реально? Да. Веревка 20 метров. Как думаете, у нас есть шанс? Подписчики. Я никому обращался. А что я там куплю лом? Это реклама. Интеграция. У тебя своя это? Своя приемка уже. Что-то ноль. Нет, что-то есть. Нет. Давай еще раз. Не может такого. Да, так. Как думаете, у нас есть шанс? Возможно. Магнитом. Пытаемся что-нибудь стрельки достать. Ага. Нет, просто монеты, металл. Наркотики. Мы сменили локацию. Надо, чтобы у нас не украли там деньги наши. А то там молодежь распоясалась. Давай, полетел. Да, я хочу, чтобы ты тоже туда. Щука была? Щука. Давай. Сейчас вот так как раз мы с тобой пойдем, там у нас уже крупняк пойдет. Лян, дай. Да, мы сейчас с тобой мелочь пособираем. Не, вот так... Мне интересно, как выглядит, когда металл цепляется нормально. Ну, сейчас зацепим, 100%, понял. В каждом было бы по монет 15, да?
Хера ты, блядь. 10-рублевых. Жители Оренбурга такие богатые, думаю. Ух, чуть не улетел. Я Барри. Подписчицы смотрят. Это наши подписчицы. А чё вы прячетесь? Вот они. Давай, покажи нам. Блин, думаю, рак. Давай я буду кидать дальше. Давай, ты думаешь. У тебя ни одной находки. Ну, я же не опытный этот. Я же не опытный, блядь, там радуюсь. Блин, весь грязный уже. Кто? Как собака. Я... Собака грязная? Ты меня забрызгал. Надо дальше идти. Сейчас вот тут я с мостом кину. Надо вон, блядь, мальки, видишь? Надо летом плавать. Вон есть что-то, кажется, нет? Есть. Есть? В общем, будет что-то крупное, мы обязательно смотри, это... включимся и покажем. Это ракушка или что? Это пивная крышка. Все, ждите включения. Вот пришли наши подписчики, хотят тоже кинуть металлоискатель. Давайте, пацаны, только сильно на середину сможете. Я его не убью случайно. Вы говорили, что надо сильно кидать. Давайте, пацаны. Не, вот, подписчик кидай. Давай, братан. Сам не упади в воду. Посмотрим, фартовые они или нет. Я его не убью случайно. Нет. Я тоже, знаешь, подписчик. Вы в YouTube снимаете или что? Аудитория 2 миллиона. Сколько подписчиков? 2 миллиона. Ты жесткий тип. Ну что, как думаешь, будет что? Это ясь! Рыба моей мечты! Голяк! Давай, подписчик номер 2 кидает. Вы откуда, пацаны, с Астрахани? Офигеть, Дон! Ты говорил, дальше кидай! Как рулить? Ты же говорил, дальше кидай! Как рулить? Дальше кидай! Еп! Как рулить? Ты даже меньше кинул, чем твой этот, сослуживец. Коллега по цеху. Что, прикинь, там достают айфон. И побежали. И мы за ним. Можно я в него кину? Это подписчики смотрят на нас. Уф. Уф. Вау, где я? Где? Кажется, я в мире Майнкрафта. Подписчики вот. Тихо, я в голову. Ну, у вас мощный заброс, пацаны, что я могу сказать? Вы в каком классе? В пятом. В пятом? Хорош. Смотри, вода течет, руки вспотели. Давайте хотя бы 10 рублей найдите. Что ты нашел? А что максимально? Самое жесткое находили. Мы? Самое жесткое? Шлюха. Я шлюху там. Не, честно, сколько подписчиков? Эх, вот сейчас не пошла, да? Блин. Ты пошел на понижение, да, Вадим? Тут магнит наш стоит. Сколько? 15 тысяч. Где купил? Тоже бы хочешь купить? Забирай вот этот за пятнашку. С моста будем кидать вот так. Серьезно, вот я купил, но он мне не нравится. За пятнашку забирай. О! Кэш, давай снимем. Подписчик нашел. Мы тебе дарим ее. 1 рубль. Ну что, не можешь отцепить? Все, наш. Купишь себе мороженое. Давай я там пью. У пацанов появилась мотивация зарабатывать. Сейчас. Реальные деньги в руках делают. Мы молодые. Миллион рублей. Целых 10 лет буду купаться. Сейчас сам упадет туда. Я бы сдох. Он не тонет? Так и надо. Пулеметчик, идем ко мне. Почему пулеметчик? Не знаю, у нас просто танцуем под эту песню. Зачем перчатки держусь, у меня руки мокрые. Я не знаю. Давай,
по берегу. Ну теперь ты должен найти что-нибудь. Да тут, конечно же, нету, тут глазами можно достать. И спускай. Вау. Ну, вот так рукой сделай. Так. Песок. Все, закидывай, закидывай. Ты должен его опередить. Ты должен найти 2 рубля. Сейчас я. Ура! Я нашел песок. Давай кидай. Кидай нормально, давай. Размахнись. Ну, вау, так можно крутить. Ну, у вас силы побольше, может. Ты наступил, и сейчас ты вместе с ним улетишь. Вместе с ним, да. На что ты килограмм можешь? 400. Ты пачкаешь веревку, не пачкай. Мыть будет. Как рулить? Давай, самый мощный заброс в твоей жизни. 1200. Че? 1200. Это папа. Че значит 1200? Нет. Папа, 12 тысяч. Корягу вытащи. Ну давай, братан, ты что, найдешь что-нибудь сегодня? Бабки, давай пойдем в ресторан. Давай. Мы можем ставить, они будут кидать. Потом бабки поделим. Ну что, есть что? Я буду кидать, а кэш вам. Вот хорошая идея, мне нравится. Нет, давай, что там нет, есть? Нет, ничего нет. Прикинь, я сейчас там... Переворачиваю. Не знаю. Да. Вау! Есть. А, нет. Да я попит. Попит? Да. Давай, он фартовый вот, мальчишка. Не хочешь ставку поставить? Там что, поймали? Не спрашивали? Там те, что ли? Да. Они вообще не ловят. Чуть денег тоже. У них полегче. Имба. А вы вдвоем гуляете, что ли? Да. Чисто девчонок пришли цеплять. Чем? Своей харизмой. Магнитом. Вот, у вас уже видите, какие мысли? Одним рублем. Ты такой, словно я для вас. Есть же такая песня, там что-то поется? Для тебя магнит. Нет, а там золото. Ты поближе туда подойди, к подписчику тому. У него вот так, на. Ну ты согласен, что он сильнее кидает тебе? Нет. Ну давайте соревнования. Сейчас Райс Денисов заплывет туда. Ты видел эту щуку там? А? Там щука была, видел? Словно для тебя я магнит. У нас на телефон снимает, смотри, свет. В натуре? Да. Где? А, вон там. Может, она сама фоткается просто? Духов! Копейка! Духов! Покажи! Фартовый! Что это такое? Копейка? Это копейка. 50 копеек. Дай чек. Не, 5 копеек. 5 копеек. Бабки ей. Вы еще? Сразу две. Нет, это одна. А, да. Давай бросай ты, у меня. Давай покидаем. Духов! Давай ты. Ну это уже человек с опытом. Мы первый час кидаем. А вы первый день вообще? Да, мы его сегодня покидали. Это с коррозией. С коррозией. С ржавой, скажи, да и все. Чего в одном месте кидать? Дальше надо идти. Ну пошли сейчас все на ту сторону. Давай, я последний возле подписчика кину. Давай, последний раз. И это там. Песок. Давай, кидай, пойдем. Снаряда. Кину возле подписчика нашего. Только не в голову ему, пожалуйста. Да, в голову, пойди. Вообще легко. Вода включил. Наш подписчик. Давай кидай воду только. Полагай. В него не попади. Прибью. Тут Вадим контент, да, у тебя? Ты что, хочешь самый сильный заброс своей жизни? Давай, мотай. Подписчик бушует. А ты возмущаешься. Куда он пошел? Отойди. Подписчик. У меня руки грязные. Ладно, давай это. У нас ЧП. Мы заканчиваем. Тут у нас находки. Все. Сматываемся. Вот такая вот попалась. Вот такая вот попалась. И там еще мусор. Пробки разные, батарейки. Были деньги.
Так что... Денег было мало, но они были. Будем заканчивать. Всем пока. Покупайте магнит. Всем добра. Делайте ошибки.